На прошедшем турнире «Ахмат» Михаил Малютин единогласным решением победил Азиза Хайдарова. Шамиль Завуров единогласным решением победил Лучана Пальхана и прошел в финал Гран-при «Ахмат». А Магомед Бибулатов техническим нокаутом в первом раунде победил Гильвани да Сильву Сантоса и также стал финалистом Гран-при «Ахмат». Боец UFC Ронис Торрес рассказал о своей встрече со звездой футбола Лионелем Месси на тренировке Барселоны. «Мы попросили Месси сфотографироваться в позе дуэли взглядов, но он был очень скромен и не захотел этого делать, так что он просто сфотографировался со мной. Он спросил, что у меня с ушами, думал, что это из-за ударов, и я объяснил ему, что это еще и из-за ги», — сказал Ронис. Тито Ортиз поделился своими планами. «У меня остался еще один бой по контракту с Беллатор, и он завершит мою карьеру бойца. Я хочу подраться с одним из величайших имен в истории ММА, с Ройсом Грейси. Мы два пионера этого спорта, две легенды. Думаю, это будет интересный бой», — сказал Тито. Конор МакГрегор.